Ну вот, девочки, посмотрите, вот это у нас уже белая коллекция. А голубую я уже красивенько убрала по порядочку. Видите, уже без пленочки. Все закрывается. Ой. Так, ну что? Так, вот свет сюда сделаем. Сейчас приступим. Здесь совершенно другие рисуночки. Тут уже с этими улыбочками нет рисунков, где совершенно другие уже идут. Тоже интересные. Сейчас мы с вами все попробуем. Все, приступаем. Берем прям первую попавшуюся. Номер 27. Моя любимая сетка. Я просто обожаю такие рисуночки. Так, а где скрабики мои? Так, 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 сейчас сюда все положу. Видите, отвлекаюсь, все забываю. Вот такая роза. Опа. Как раз цвет очень подходящий. Смотрите. Так. Ну, кстати, посмотреть вот на этом Эль-Курасоне можно их отдельно купить, а не в связке. Не знаю, не видела. Я помню, там смотрела, XL пластины есть, там есть органайзеры и штамп был. Давно я не была на этом сайте. Вот это очень, вот эти две очень интересные. Вот, надо полазить там еще раз, посмотреть, что там есть. Он популярный, кстати, достаточно сайт, потому что у нас лак Эль-Курасон очень популярный. Он мне лично не очень нравится. Он очень жидковатый. Посмотрите, какой интересный рисунок. Ой, мне нравится. Посмотрите, какой он интересный. Ой, мне нравится вот этот рисуночек. Классный. А здесь все рисунки. Вот этот вот номер 48, все хорошие. Потому что не будем на нем останавливаться, но все хорошие. Вот этот органайзер я брала ради вот этих двух дисков. Я думаю, вы меня понимаете, девочки, что это очень классные рисунки. И вы обязательно увидите. Я обожаю. У меня есть подобные бусики от Конат, по-моему, это были пластины. Это так круто смотрится на ногтях. Вы себе даже не представляете. Это очень круто смотрится. Бусы – это вот такие вот гирлянды, как их даже назвать, не знаю. Но это смотрится обалденно. Сейчас я вам их покажу. И вот этот, ради этих двух дисков я брала этот органайзер. Потому что они просто на ногтях смотрятся обалденно. Как это тонко, как это ажурно, как это вообще. Ну, увидите потом, я сделаю. Я сделаю обязательно. Они и лак открывают, и смотрится классно. Это классно, конечно. Бусы это что-то. Это номер 26. 26. Так, и вот этот 28 бомбезный, просто бомбезный. Видите, как он открывает ноготь. Я это просто обожаю. И вот ради этих двух дисков я выбрала этот набор белый. Они вообще отличаются. Опачки. Ну, тут все понятно. Вот. Тут все понятно. Это обалденный рисунок. Вообще все они, вот все здесь хорошие. Сейчас вам покажу вот этот. Давайте вот этот покажу. Ой-ой-ой, ну ладно, ладно. Так, сейчас рядом. Смотрите, как это будет круто смотреться на белом лаке, да?
как это будет стильно, как это будет ажурно. И даже можно сделать все ногти одним рисунком, и это будет классно. Так, идем дальше. Не менее. Вообще, этот органайзер просто бомбезный. Посмотрите, как круто. Посмотрите. Я думаю, вам все понятно. Девочки, тут вы уже понимаете, да, как делать этот дизайн. Это очень выигрышные дизайны. Очень. Вот, смотрите, вот этот вот рисунок, вот, например, смотрите. Вот этот, например, да. Вы делаете лак и оставляете 3 миллиметра незаконченным. Вот так вот накладываете и незаконченным. У вас торчит ваш лак, да, и эффект немножко французского маникюра, потому что вы открыли, здесь у вас все перекрыто. Супер. Вот то, что здесь вот такие, вот не прямой линии, а вот так вот, волнами, это супер. И это просто. А здесь мне нравится вот этот. Он очень будет выгодно смотреться. И вот этот. Ну, они оба, они... Кстати, их можно комбинировать. Хорошая идея, надо будет использовать. Я, наверное, сделаю его. Можно комбинировать. Некоторые пальцы сделать так, некоторые так. Прикольный, кстати, он, девчонки, он прикольный. Он прикольный. Да, давайте, кстати, Коррасон возьмем. Ой, калейдоскоп. Калейдоскопик. Оранжевый, хорошо, не пигментированный. А, нет, что-то он не очень здесь. Не пошел. Не пошел он у меня что-то. Я говорю, он так быстро сохнет, но не люблю я его. Не люблю. Борн прийти, то лучше. Хоть китайский, но... Извините, конечно, но он хороший. Не знаю. Тут же Николь Дайери. Не буду я им. Давайте зеленым тогда от Борн прийти. Даже второй соседний рисуночек захватила маленький. А, он такой неоновый. Ой, его на белом не очень хорошо видно. Да, ой, нет, вам вообще его не видно. Надеюсь, хоть чуть-чуть видно. Он такой неоновый. Сейчас сделаем здесь бусики. Сейчас сделаем бусики. Это номер 31. Сейчас возьму нежно-розовый. Он и хоть нежно-розовый, но его видно. Его видно. Видите, он нежно-розовый, но его видно. Вот. Дырочки на капельках это специально. Это все перенеслось. Это для эффекта объема. Они сделали. Уже кучу салфеточек потратила. Сейчас достану еще. Так. Давайте следующее. А то наше видео никогда не закончится. Ну, это такое вот современное. Это такое, знаете, напоминает мне комиксы. Такой он, конечно, прикольный. Кстати, в зеркальном отображении. Это можно тоже использовать. То, что он в зеркальном отображении. Сейчас я просто думаю, каким его сделать. Так. Вот этим, наверное. Сейчас штампик почищу. Не успеваю ничего. Ну, прикольный такой. Но то, что он в зеркальном, это интересно. Опа. Я поняла, это сердце, девочки, это сердце.
Вы поняли? Это два сердца. Мне только что дошло. Видите, любовь написано, love. И два сердца разделены. То есть можно сделать два пальца, и будет сердце. Круто, я это сделаю. Прикольно вообще. Мы сейчас не будем тратить на это время, сейчас перейдем к следующей, но идея мне нравится. До меня только что дошло. Ну, вы, наверное, сразу увидели, а я, видите, немножко это... Так, вот так вот. 30-е это сердце. Разделенное сердце. Молодцы, они придумали. Использую это. Так, сберем вот эту. А, конечно, здесь мне нравится вот этот рисунок. Он очень такой, знаете, какие-то перышки мне напоминает. Не знаю. Не знаю, я довольна, что я купила эти наборы. Свою коллекцию. Посмотрите. Я могу воплотить любые свои идеи для канала. А, мне тут на днях девушка написала: Катя, ну вы хоть продаете потом эти пластины? Там, или с кем-то пополам их берете? Я говорю, нет, я покупаю их только для себя, для канала, чтобы у меня было, да, что вам показать. Так. Розу. Давайте я все-таки хочу сделать розу вот эту. Посмотреть, как она. Роза. А может, это и не роза? С чего я взяла, что это роза? Может, это просто каля-маля? Но мне почему-то показалось, что это роза. Ну, там не знаю, конечно. Здесь букетик точно роз. Ну, прикольно. Прикольно, кстати. Очень может стильно смотреться на ногтях, на самом деле. Вот вы думаете, что простой рисунок. А если со вкусом все подобрать по колору, да, может очень быть интересно. Очень стильно может. Не обязательно все лепить там от балды, да. Вот это хорошее, мне нравится. Вот эти два очень интересные. А, кстати, их вот этот вот наборчик можно все 5 пальцев сделать. На мизинчик налепить. И вот эти все 4. И они хорошо между собой будут сочетаться. Одна тематика. И вот этот набор, в смысле, именно вот этот вот диск, он хорош. В том плане, что все 4 рисунка подходят друг другу. Нет, лак заканчивается, надо дозаказать. У меня уже 100 лет в обед. Смотрите, как классно. Но тут надо только с прозрачным штампом, чтобы на ногте у вас была четко середина вот этой шнуровки. Такс. Такс. Класс, красота. Красота. Я довольна. Я довольна вообще. Белый комплект мне нравится больше. Хотя в том вот эти вот улыбки, да? То есть, не знаю... Нормально. Опачки. Посмотрите, как классно. Тоже, кстати, рисунок можно, видите, он хорошо закончен, не прямо, да? Вот с этой стороны, видите, просто прямо обрублен, а здесь треугольничками. Это как раз для того, чтобы рисунок можно наносить не на весь ноготь. Это они молодцы, что они так сделали. Так вот задумано, видите? Кстати, это... Я только сейчас поняла, что это масти. Это масти. Черви, крести, пики. Посмотрите. Черви. Видите? Пики, бубны. Кстати, надо иметь в виду. Надо иметь в виду. Я сразу уже думаю, как, чего, куда, почем. А вот эти три между собой хорошо сочетаются. Видите? Вот это снежинки, а такие абстрактные. Они уже тут не в кассу. А вот эти вот кружочки можно использовать. А вот эти классно тем, что они не законченные. Это можно тоже использовать. То, что они не закончены. Но очень глубокая гравировка. Я вас сразу предупреждаю.
мыльные пузыри. Посмотрите. Мыльные пузыри. Следующая пластиночка очень интересная. Ко дню Святого Валентина. Американцы очень любят этот праздник. И к нам его принесли. Где стать тоже сердечки. Очень стильно. Мне нравится подбор картинок. Особенно вот это сердце. Оно с бусами. Оно с бусами. Колье. Так, так, так. Дайте-ка я его сделаю. Я это сразу не заметила. Это может быть очень стильный, ребятки, маникюр. У меня, кстати, ко дню Святого Валентина у меня очень много пришло пластин. И от Born Pretty, и от My London. И посмотрите, какое стильное сердце. Такое, знаете, абстрактное сердце. И внутри бусы. Я уже сразу начинаю, у меня мозг включается, как вам это сделать. Кстати, в ней сразу 5 рисунков, 6 рисунков, и все в одной тематике. Это очень здорово. Значит, это можно сделать интересный маникюр с разными рисуночками и в одной тематике. О, я это обожаю. Абстракция тоже, кстати, сердца. Круги, такая черная дыра. Интересненько, интересненько. Сейчас мы с вами посмотрим, какой цвет лучше. Хочется вам, знаете, все показать. Уже длиннющее видео, конечно, получилось. Я уже батарейку меняла в камере. Хорошо, что я вторую тогда купила на Али. Так бы я многие видео не смогла бы вам доснимать, пока не заряжу. Представляете, его заряжать минут 40, как я раньше делала. Вот, смотрите, какая интересная. Сейчас я купила батарею, ну, в смысле, когда телефон купила, сразу заказала. Она месяц шла, и я месяц снимала без запасной. А у меня бывает, я могу снять 3 видео в день, и 4 я снимала в день. Поэтому пока я снимаю второе, у меня заряжается первая батарея. Ой, поэтому у меня раз на раз не приходится. Я бывает, что неделю не снимаю, а бывает за один день 4 или 3 дня подряд снимаю. Так, ну что, смотрите, девочки, стрелки. Мне интересно стрелки попробовать. Стрелочки. Ой-ой-ой. Фу, черт. Ну что, давайте переделаем. Мне не нравится. Упал ты не в то место. Не туда упал, между прочим. Но мы ничего, мы сейчас все переделаем. Сейчас возьму вот этот штампик от Born Pretty. Красавчик. Черненькая. Куда его влепить-то, боже мой? Стрелочки. Ой, пока думала, подсох лак. Ну, ладно, мне уже третий раз, честно говоря, лень переделывать. А, кстати, эти стрелки. Где же я недавно видела эти стрелки в дизайне? А, я вспомнила. На сайте, ой, на магазине этого Dance Legend. Там был маникюр вот с такими стрелками. А, смотрите, опять сердечки. Вообще. Опять все 6 рисунков подходят в одну тематику. Давайте вот этот сделаем. Сердечки. Вот они какие абстрактные. Они абстрактные, они как стрижки, да, вот такой чик-чик-чик. А, и получается из них сердца. Очень стильно, кстати, смотрится. Такие линии, линии, линии превращаются в сердце. Хорошие здесь, кстати, вот эти сердечные диски. Так, капнула. А, сова, сова интересная какая. Вот этот интересный, очень интересный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, где у меня синий? Хочу синий, где у меня синий? Не вижу синий. А, вот он, все. А вот этот интересный, сейчас с вами попробуем.
Очень, но очень глубокая гравировка. Тут надо забивать, конечно, чтобы не было проплешин. О, отлично. Посмотрите, как красиво. Сейчас вам покажу, а то вы уже теряетесь. Много рисунков. Вот он. Он интересный, знаете, он интересный. Он как рим, такой, знаете, как цепочка, да. И звериный принт. Это у нас зебра. Он, кстати, зря я его сделала синим. Может быть, надо было сделать черно-белым. Ну ладно, может, маникюр потом сделаю. Вот это интересное. Вот это интересно. И вот это очень интересно. Кстати, обратите внимание, тоже одни бабочки. Это значит, что мы можем сделать с ней один очень интересный маникюрчик. И даже, знаете, не надо ничего фантазировать. Взяли. И на каждый ноготочек сделали по разной бабочке. И будет у вас... Ух ты, вторая попала, на маленький штамп попала бабочка отдельно. Посмотрите, как здорово. Сразу вам два рисуночка покажу. Такс, такс, такс. Чё-то я довольная такая. Посмотрите, какая красота. Вот этот мне нравится, и этот мне нравится. 38. 38 денег просим. Сейчас я вам сделаю беленьким. Ну-ка. Тут чуть-чуть места есть. Сделаю беленьким. Хочу беленьким сделать. Параллельная линия. Чудесно. Белый Николь Дайри. Очень хороший белый, очень хороший. Молодцы они. Born Pretty тоже хороший. Ой, извините, это Born Pretty. Николь Дайри тоже хороший. Сейчас я вам им сделаю. Но имейте в виду, он чуть быстрее сохнет, но он очень пигментированный. Я их все время путаю. Вот видите, оговорилась. Давайте сейчас сделаю белым, например, звездочки, они не очень большого размера. Он чудесный. Он тоже классный, но его надо почему-то именно белый. Очень быстро сохнет у Николь Дайри. Посмотрите, он очень... Ой, я испачкала соседний рисунок. Он очень хорошо пигментирован. Очень хорошо пигментирован. Чуть-чуть быстрее сохнет. Чуть-чуть испачкал этот рисуночек красивый. Но ничего страшного. Раз уж сказала про Николь Дайри. Я даже не ожидала, что у них такие хорошие белые. Я долгое время их не заказывала. Потом думаю, дай-ка попробую. И они оказались очень пигментированные. Так, вот этот, ну, конечно же, номер 45, это вот этот рисунок. Он будет выигрышно смотреться просто вообще. Вот каким бы цветом вы его ни сделали, он будет просто бомбезный. На любой маникюр, вообще на любой, я имею в виду, на любом лаке. Я его сделаю 100%. Вот, посмотрите. Вот эти бусы. И даже не надо больше ничего лепить. Просто вы сделали вот эти бусики. Это будет стильно. Он достаточно открытый рисунок. То есть можно использовать красивый лак под ложечку. Ну, мы сами потом что-нибудь сделаем. Здесь вот эти широкие, хорошо металлизированные лаки показывать. Хорошая пластиночка. Раздумаю, какой вам лучше показать. Так, с места есть у нас для золотого. Сейчас посмотрим. Все штампы грязные уже. Видите-ка, я возьму Пуин. Забыла сегодня про него. А он отличный скребочек. Тут уже мало места, но я хочу вам показать, во-первых, насколько интересный рисунок, насколько интересный лак. Шикарно. Вот такие широкие рисунки, я вам миллиард раз уже говорила,
Конечно, делайте с металлизированными лаками, шиммером. Сейчас их очень много стали. Ну, в смысле, у Born Pretty очень много появилось. Еще некоторые. Сейчас вот я еще один жду лак. Не знаю, когда дойдет, конечно. Сейчас они молодцы, они стали делать. А, у Кацы много шиммером. Тоже собираюсь заказывать. Только закинула в корзину, но еще заказ не делала. Потом сделаю вам обзорчик. Так. А здесь у нас просто какие-то, ну ничего особенного. Ничего особенного. Просто такие кружочки, но, кстати, можно налепить беленьким, поставить точечки, и это будет совсем другое дело. Очень, кстати, мило. Очень мило. Боже, опять еще одна пластина сердец. Вот что значит американцы, они очень любят День Святого Валентина. Они просто маньяки на него. Посмотрите. Happy Valentine's Day. Love. I love you. Это номер 43. 6 рисунков в теме сердечек. Видите, какие они молодцы. Как они любят этот праздник. Это целая индустрия. Они, по-моему, они Новый год же вообще особо не отмечают. У них Рождество главное. Главное это Рождество и Хэллоуин. И День Святого Валентина. Это три праздника, которые они просто обожают. Ну, на Хэллоуин там подарки хоть не надо, да, дарить. А на День Святого Валентина они там куча тратят денег. Ну, а на Хэллоуин они тратят деньги на костюмы. Поэтому все равно. Но День Святого Валентина... Не все отмечают, потому что не у всех есть вторая половинка, а Хэллоуин все отмечают, и Рождество тоже. Ну, христиане, конечно. Но американцы, они, конечно... А, День Благодарения у них очень ценится, но там особо подарки не дарят. А вот на Рождество самый главный праздник, и у них, конечно, День Святого Валентина. Это культовый праздник, потому что не все люди верующие. Есть и атеистов много, а вот День Святого Валентина, это все-таки не, хоть это и святой, но это такой же праздник влюбленных. Школьники, особенно школьники, очень любят. Поэтому, конечно, у них это очень популярная тема. Вот они и лепят столько интересных пластиночек, чтобы девчонки покупали, подростки. Да. Лесенка прикольная, кстати. Это не лесенка, это железная дорога, мне кажется. Да, посмотрите, какой интересный рисуночек. Классно. Все, мы закончили. Ну все, девчонки, я закончила. Смотрите, как много отпечатков. Конечно же, да. Очень много пластиночек сегодня. Даже села у меня батарейка, и это скоро сядет. Пойду сейчас все заряжать. Посмотрите, я все убрала и беленькую тоже. Вот такая куча у меня теперь пластиночек. Вроде бы их много, да? А на самом деле в шкафу это будет вот такие два малюсеньких органайзера. Как это милашно смотрится. Видите, как аккуратненько они сейчас займут свое место в моей коллекции пластин. Все-таки Пуин, они молодцы, они так классно упаковывают. У них вот очень классные органайзеры. Милые, их все копируют тоже, кстати, и на китайцах копируют. Вот у меня очень хороший от них скребочек. Он шел вот с этим штампиком. Очень красивый от Пуин. Но он жестковатый. Чуть-чуть жестковатый. Им сложновато переносить. Но обязательно должны у вас быть и жесткие штампы для таких вот трудных пластин с мелкой гравировкой. Ну все, девочки, надеюсь, я вас не утомила. Пишите ваши вопросы, с удовольствием отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!